С детства Антона интересовали танцы. Повзрослев, он решил открыть эстрадную школу бальных танцев, в чем помогла его мама. Профессиональный хореограф, работал в танцевальной школе-студии до поступления в Санкт-Петербургский институт культуры и искусств имени Крупской, факультет эстрадного мастерства и художественной коммуникации, отделение хореография, в Санкт-Петербурге в 2004 году. Антон прошел предварительный кастинг в «Фабрике звезд» и отправился в Москву на итоговое прослушивание, где стал участником проекта «Фабрика звезд». 4. Продюсером проекта являлся народный артист России, композитор Игорь Крутой. Певец стал обладателем второго места на «Фабрике». На песню Игоря Николаева «Книжки о любви» был снят клип по мотивам Евгения Онегина, где певец с пушкинскими бакенбардами играл обычного человека XIX века. Клип снимался в музее-квартире Пушкина на Мойке. По утверждениям некоторых СМИ, в кадре Зацепин держит в руках перо, которым пользовался сам поэт. В том же 2004 году стал лауреатом премии «Золотой граммофон» совместно с Надеждой Кадышевой за песню «Широка река». В 2004 году исполняемая в дуэте с Надеждой Кадышевой песня «Широка река» заняла первое место в хит-параде русского радио «Золотой граммофон». В 2014 году Антон заканчивает ГИТИС и подписывает контракт со звукозаписывающим лейблом «Хорошие люди». Совместно со студией «Монолит» в свет выходит композиция «Ты знаешь». В сентябре 2014 года состоялись съемки клипа, а в октябре состоялась презентация клипа с участием звезд российской эстрады, СМИ и музыкальной общественности. Антон записывает новые песни, готовит дуэт с популярной группой и продолжает гастролировать с туром. Зацепин. Возвращение. В сентябре 2015 года Зацепин расторг контракт с лейблом «Хорошие люди».